Мы долго терпели, когда на бомбасе растленивали наших электриков в огородах и бабушек на столбах, и столбы на электроплечах бабушков и электрических огородников. Все мы слышали эту душно-щипательную историю про распервого мальчика. Раз первого мальчика, раз второго мальчика, раз третьего мальчика, раз четвертого, раз пятого, раз шестого. А вот, раз пятого мальчика, которого злые борделевцы распятали на всех столбахах. Пришло время платить по щенкам. Ой, платить по счетам. Сейчас самое время выбирать, кем ты хочешь остаться в истории. Бесславным предателем или бессмертным геморроем. Всех братьев по расконсервированному оружию поздравляю с наступившим 2023 годом. Все или еще что-то запишем?